Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть игру Car for Sale. Симулятор. Продаем, покупаем и машинки. Автомобильный рынок. Мы едем на автомобильный рынок. И тут посмотрим самые дорогие тачки. А вот я вижу какой-то Мустанг. Ну, давай проверим. Сколько стоит? Не дешевле 100 тысяч. Нет, дорого. Ой, дешево. То есть 85 тысяч. Нет. Вот этот еще то же самое. Блин, очень похож на этот, только цветом, смотри. Она за 85 продавала, а этот 114, уже получше. Ну, я хочу подороже что-то. Вот эта вот тачка неплохая. А вот это вот, смотри. Без крыши. Сколько? 26. Дешево, нет, не хочу. А вот это сколько тачка? Прикинь, раньше я самый дешевый выбирал, а сейчас я выбираю самые дорогие. Вот это прям неплохая, хорошая машинка. А сколько стоит машина? 177. Отлично. Покупаем за 140. Угу. За 140 тысяч. Может, слишком я. Не, давай тогда за 160. Хер с тобой. Так, 160 тысяч. Да, за 160 уступила. И чё? Мы ее сможем? Слоты все закрыты. Ё-моё. Ладно. Подожди. Это дешево. Вот этот еще за соточку хотел. Ну ладно, давай мы ее за 80 купим. Может продаст за 80? Давай 88. 88 тысяч. Нет. Давай тогда за 90 тысяч. Нет, за 90 не хочет. Давай тогда, ладно, за 95 тысяч. За 95 тысяч мы ее покупаем с тобой. Думай. Отличненько. За 95 тысяч мы ее купили. И отправляем мы ее, естественно, на куда-нибудь. А, вот на ремонт кидаем ее, пускай на ремонте. Слушай, вот это одинаковая машина, давай мы ее тоже купим. За 85 хочет, давай торганемся за 75. Десятку она, может быть, мне сбросит. Да, десяточку. Вот что-то она от нее прям избавлялась. Я так понимаю. Ремонт на второй слот. Ну все. Садимся на мою машинку. А мы эту не смотрели, сколько эта тачка стоит? Может, она тоже хорошо стоит? А, 16, иди нафиг. Дешево, слишком этот дешево. А мы эту смотрели или нет? Я уже не помню. Быстренько спросим. 26, нет. Это все очень дешево. Я не хочу такую покупать машину дешевую. Садимся в тачку. Поехали в офис. На автомобильный рынок. Это не очень стрёмный какой-то автомобильный рынок. Ладно, едем в офис. Тихо. Аккуратно. Да ёб твою мать. Повреждена. Я так и знал. Я так и знал. Она какая-то бешеная. Мы ее продадим. Даже с повреждением. Ничего страшного. У вас есть очко навыка вождения? Да ну. С моим-то вождением очко навыка получать странно было бы. Не, теперь вот эти тачки тоже. Почему она была включена? Ставим здесь, выключаем движок. Садимся в следующую машину. Пиум, где сесть? А, вот все. Нашли. Блин, тут места мало, давай вот так. Да ё-моё, что ты трёшься об забор? Вот так сейчас поставим. А я ставлю тачки, знаешь, как... Вот не знаю. На раскоряк все. Как захотел, так и поставил. О, дрифт, дрифтит. Тут прям нормально. Если дрифтит. Оп. Все. Ага, теперь машину нужно с ремонта достать, забрать. И мы посмотрим, в каких они состояниях.
Первая, вторая. Это очень похожие машины, мне кажется. Это одни и те же. Номера только разные и цвет покраски. 320. Ну давай отремонтируем. Пусть в ремонте будет. Это дешевая, кстати, машина. А это хорошая, нормальная. У нее цена прям неплохая. А, ну это дорогая была, кстати. Ну, может быть, мы ее дорого и продадим. Так, помою машину, пока-то ремонтируется у нас. Блин, а как вот мне сюда подлезть? Никак. Где здесь грязь еще? Да отстань, отвали. Да вроде бы... А, все, помыл. И эту сейчас помоем, пока она тут у меня будет, едет. Установлю. Все. Машинка отремонтирована. И помыта. Да. Отправляем эту туда, а на этой поедем. Так, сесть в машину. А сейчас мы так прям задом и заедем, смотри. Опа! Врезался, нет? Нормально? Что он такая бешеная? Я не понял. Ну реально бешеная тачка. Блин. Все, а эту сейчас проверим. Нормальная она или тоже бешеная? Она такая же бешеная, только не знаю, почему-то она дешевле стоила. Вау! Дрифтит. Дрифтит! Ага, мы ее поставим, знаешь что? Вот рядом с этой машиной. И прям у нее отличия нету. Врезался. Прям там огонь какой-то летит. Блин, я не вижу, куда мне ставить. Ладно. Нормально и так. Там даже подсветка какая-то ночью есть. Ну смотри, одинаковые тачки. Все, быстренько спать ложимся. Путешествуем. Контейнер или район? Смотри, заходим на район. И где? А где мой дом? Блин. Слушай. Вот это что ли? В натуре, блин. А как я так угадал? То, что дверь была открыта, да? Поэтому... Да, это мой дом. А, мы можем закрывать дверь. Слушай, напротив остановки. Нет, пускай дверь всегда будет открыта, потому что я пока еще район не запомнил. Удобно, кстати, смотри. Сразу просыпаешься и тут покупаешь машинку за 90 тысяч. Торгуемся за 80, купим. За 80 должны купить. Есть, видишь, как легко. Как легко и хорошо. Садимся в тачку, едем домой. Ой, домой говорю. На работу. В офис. Ого. Подожди, а где-то здесь этот есть? Блин, как он называется? Пьедестал этот или как он называется? Подъемник. А ну-ка. Что у нас? Без повреждений? Как хорошо. Тормозим. Тихо. А куда ты вниз? Назад поехала, прикинь. Проверим, может мусор какой-то есть. И сейчас заглянем, дядька, к тебе. Мусор этот продадим. Металлолом. Вот это сколько у меня машин здесь. Ёмушки-моташки. Тихо, тормозим, тормозим, выключаемся. И мы прям на машине встали, смотри. Моем сразу. Как-то я поставил неаккуратно, что я там не могу подлезть туда. Отмываем тачки. У меня 500 000. Это дофигища денег. Если учесть, что я еще и дом купил. И опыта. Ну, опыта у меня пока, конечно, мало. Автомобиль отмыт. Чистенький. Когда обновление у игры будет, мне интересно.
Новенькое обновление. Все. Ага. Сейчас мы это тоже помоем. Тачку. Чтобы она чистая была. Помыли. Немножко осталось ее домыть. И мы ее продадим. Где грязь? Ага, вот все. Автомобиль отмыт. Этот мы мыли, этот мы еще не мыли. Давай сразу тогда на продажу выставлять машинки тогда. Чё ж тогда? Время зря ждать. 160 тысяч. Ну, так примерно я считаю, сколько мы можем заработать. 75 тысяч. Так. Вот еще у нас. О, у нас куча машин, слушай. Но одни очень дешевые, другие так нормально. Цена вот 34 тысячи вроде бы недорогая. Оп, 20 тысяч вообще недорогая. Так, а что у нас? Подожди, все продается, да? А почему 0? Подожди, убрать с продажи. Как 0? Сейчас ее за 0 это и купят. Нет, за 0 мы продавать пока не будем. Может быть, когда-нибудь в будущих сериях, если вы мне напишите в комментариях, чтобы я за ноль продавал машинки, ты что, я дурак, что ли, за ноль-то продавать? За ноль-то я не буду продавать. А может быть, ну ради прикола, можно какую-нибудь машинку продать за ноль? Посмотреть, сколько людей придет, какая будет большая очередь за ноль. Пришло прям много людей. А, ну давай с тебя начнем. 5000. Наверное, недорого. До 21. Так, торгуемся. 21. Давай тогда 24 тысячи. Как раз за 24 мы ее продадим. Да, молодец. Купила. Следующий. Чувак, почем? О, 75. Тут должна быть хорошая цена. 84. Давай 92. 92 тысячи. Мы даже десятку не накидывали. Есть. Следующий чувак. Мне нужно вернуть мой миллион. Мне еще столько налогов платить. 45 хочет. 45? 52. 53. За 53 он ее купит. Точно купил, дурачок. О, вот она, вот эта женщина. Давай. Она у меня хорошо всегда покупает. 160. 255. Торговаться 300 тысяч. Давай за 300 тысяч. Ага. 300 тысяч. Покупай. Нет, не хочет за 300. 255 хочет. Давай 270. И... 277 даже. Давай ты ее купишь. Есть. Вот молодец. Молодец. Она мне всегда хорошо тачки покупает. А тут что у нас? Вы какую хотите купить? За 95, которая? А, так, 100. Ну, давай 110. 106, 112. 120. 120? Почему 120? 112 я хотел. Может, за 120 купит? Ладно. Охренеть. Вот тут я бы... Меньше бы ее продал бы. 115. Торгуемся до 125 тысяч. Давай, думай и... Нет, дорого ее. А, нет, ни хрена купила. Странно. Так, ту тачку надо помыть. Ребята, подождите. Мне нужно еще очки опыта набирать. Поэтому пока я не буду пока продавать. Пока не отмою машинку. А, все, автомобиль отмыт. Почему я не прочитал сразу? А это что у нас тут такое творится? Алло. За сколько? За 40. Очень дешево, иди нахер. Давай следующее. Тебе давай сколько? Сейчас это еще дешевле. 38. Торгуемся 44 тысячи. Давай. И за 44 тысячи мы продаем. Мужик ушел. Мужик ушел. И осталось еще вот это бабище, которое... Сколько? Цена покупки 20 тысяч. 29. Торгуемся за 38. За 37 тысяч.
Охренеть, она ушла. Блин. Долго я писал. Ну ничего, придет. Я пока мусор повыбрасываю. Что у нас там? Аукцион открыть сегодня. В час начнется. А, он уже и заканчивается, кстати. Блин. Подожди, я хочу на аукцион успеть. Ага. Машину мы эту убираем с продажи. Садимся в машину быстрее. Едем на аукцион. Я надеюсь. Что-то там, да. Может быть, еще продается. Ну, хотя не точно. О, блин, все. Подожди, может я успею? Может я успею? Давай быстрее, 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 быстрее. Где, блин, сесть? А, давай, хух, успел. Это дорогая тачка, кстати. Я успел. Я ее купил, прикинь. За 180 тысяч всего-то. Хо-хо. Крутую тачку купил. Недорого. Твинкс. Это первая 12 стоила, вторая 27. Третья 180 тысяч. Да. Давай еще вот эту четвертую уже докупим. Причем деньги-то есть. 27 тысяч текущая ставка. Давай я докидываю свои 5 копеек. И нифига. Давай еще накидаю. Давай поменьше накидывать. 500 хотя бы. Потому что я потом ее продам. Блин. Да, ё-моё. 33 тысячи. Блин, нифига, как я успел. Как я успел хорошо. Блин. Давай. 36 тысяч. И она тачка моя. Но я у меня вот это, мне интересно. Да, мне интересно вот эта тачка. Так, сразу мы ее... Управляем. Вот. А, блин, я такой, кажется, катался, нет? Сейчас проверим. Ну, медленно, медленно она. Медленно. Опа. Опа, летит, смотри как. Вау, повреждена немножко. Знаешь, я всегда мечтал запрыгнуть на эту штуку, как называется, дрифтануть сюда. Оба. Ага, еще хочу. А это что такое? Подожди, вот це что такое? А тоже дрифтить можно. Такс, блин, здесь перевернуться можно легко. Я хочу попробовать еще раз. Но мне нужно. Здесь дорога прямая. Разгоняемся. Опа! И летим. Летим, ребята. И чуть-чуть в столб мы не врезались. Ну так, машинка. Так. Я бы не сказал бы, что там, блин, супер-пупер прям машина такая. Пропускаем дурачков. И мы ее выставляем на продажу. Гасим. Вот такой вот агрегат. Сейчас мы эти тоже выставляем сюда. Следующая. Ах ты, ёперный, как где тут сесть? Смотри, шумная. Ох ты. Повреждена. Ну, вот как-то так, ребята. Ну что ж, на этом, наверное, будем заканчивать серию. В следующие ролики мы их будем продавать. Большое спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарий. Всем пока-пока.